В Бобруйском Гурайтопсбыте началась горячая пора. Каждый день сюда тоннами привозят торфабрикет. Этот вид топлива предназначен для парового отопления. Его поставка осуществляется с заводов Быховского района, а также Минской области. Для печей же используются дрова. На предприятие они поступают с ближайших лесхозов. Из пород деревьев это сосна, ель, ольха, дуб, граб и береза. Частный сектор присутствует практически в каждом населенном пункте. Люди, соответственно, нуждаются в обеспечении твердыми видами топлива, и мы обеспечиваем их данными видами топлива. Сроки обеспечения составляют от 3 дней до 1 месяца, в зависимости от загруженности нашего филиала. На балансе предприятия более 4000 частных домов нашего города. К слову, Гурайтопсбыт обслуживает не только Бобруйский район, но также Осиповичи и его окрестности. Норма отпуска топлива – 3 тонны торфа на одно жилище. Желающим его приобрести это обойдется в 91 рубль 97 копеек без доставки. А норма выдачи дров – около 5 кубометров, тоже на одно домовладение. Стоить это будет 112 рублей 51 копейку. Вот сейчас идет самый пик спроса на торфяные брикеты. В день мы поставляем от заводов поставщиков порядка 100-120, а реализация доходит до 90 тонн. За сентябрь у нас населению продано порядка 130 тонн. Это по заявлениям, поданным непосредственно физическим лицам, и порядка 70 тонн юридическим лицам. На сегодня предприятие имеет в запасах более 600 кубометров дров и более 250 тонн торфабрикета. Причем они постоянно пополняются. Руководство уверяет, без тепла точно никто не останется. Людмила Любимцева, Максим Галенко, Бобруйск, 360.